Приветствую вас, Елена. Знаете, вот у меня по вашему тексту, по тексту вашего вопроса сложилось впечатление такое достаточно, ну, столько впечатлений, что, первое, вы не доверяете сами себе. Второе. Вам что-то нужно в отношениях. То есть вот вы именно что нуждаетесь в чем-то. То есть вот у вас имеет место быть ожидание здесь. От человека, от человека, который вам писал какое-то время. Вы не уверены в себе. Мне так это видится, что вы в себе не уверены. Вот, вы, ну, сомневаетесь, да, вот, в своей активности, скажем так. Вы ее как-то вот, ну так, ну, как-то вот вы ее пресекаете, скажем так, да. Вот, и на мой взгляд, ну, хотели бы, чтобы инициатива исходила от мужчины. То есть не от вас, да, инициатива исходила, а от, собственно, от человека. Вот. Но опять же, да, как бы, ну, почему? Так, по какой причине так, это, на мой взгляд, достаточно серьезный вопрос, вот, потому что, ну, это объективно, это очень важно для понимания вашего, в том числе, о состоянии, вот почему вы себе не доверяете. А если вы себе действительно не доверяете, это первое. Второе, конечно, очень важно то, что несмотря на то, что, ну, на то, что молодой человек вам вроде как бы нравится, да, нравится, вот, несмотря на это, такое впечатление, что сами инициативы не проявляете. И это тоже очень важно, почему вы не проявляете сами инициативы, по сути. Вот, хотя, казалось бы, да, ну, все более чем логично. Вот. В плане того, что нравится этот молодой человек, ну, берете, проявляете инициативу, все в порядке. Вот. Ну нет, вы как бы так не поступаете. Ну, это очень важный момент. Что произошло далее? Что произошло далее? Далее произошла ситуация, когда мужчина, значит, ну, как-то вот он понял, вероятно, что у него не получается, то есть это такой в целом, я бы сказал, ну, достаточно неуверенный в себе. А вот, человек, мужчина, я имею в виду,
Вот, и конечно, когда он, ну, грубо говоря, не увидел вашу какую-то вот ответную реакцию, да, на свою, как ему казалось, активность. Вот он, ну вот, не придумал ничего лучше, кроме как дать задний ход. То есть этот человек такой вот крайне в себе, к сожалению, не уверен. Ну, а быть с ним или не быть с ним, хотите ли вы видеть такого мужчину рядом, ну, рядом с собой или нет, это уже вам решать, я так подозреваю. Но как бы суть остается вот сутью, да, то есть, ну, момент остается моментом, что человек такой вот, ну, мягко говоря, не очень надежный. Вот. Хотя, опять же, вы совершенно не обязаны, не должны, да, соглашаться со мной, кто-то вроде этого. Если, ну, если вам не хочется, например. Ну вот. Ну вот, в принципе, так вот, в принципе, такой ответ. Я мог бы вам дать. Что делать в этой ситуации? Могли ли вы что-то не то сказать? Нет, вы говорили-то вы то. Все. Вот. Просто тут как бы, ну, тонкость вся в том, что у человека тоже ожидания были, не только у вас, но и у него. И его ожидания вот вы не оправдали, к сожалению. И это, наверное, ну, больше всего, что ему неприятно. Вот. Может быть, он ожидал, что вы большую активность будете проявлять там, ну, по отношению к нему. Вот. Может быть, еще что-то. Ну, в общем, особо это уже, я полагаю, сейчас не важно. Вот. Важно все-таки, на мой взгляд, другое, то, что вы, несмотря на то, что с молодым человеком у вас, ну, по факту не было ничего, да? Вот, по факту, несмотря на то, что с молодым человеком у вас отношения не успели начаться, вы уже вот, ну, достаточно сильно так вы переживаете, вот. По поводу того, что, значит, он перестал вам писать, и, на мой взгляд, это вот серьезное основание задуматься о том, а почему вы, ну, вот, познакомились с мужчиной, грубо говоря, только на работе, да? Вот. Почему вы не знакомитесь, допустим, ну, с теми же мужчинами на постоянной основе, там, на основе ваших интересов, например. Да, то есть, почему на работу именно? Вот. То есть, это вот тот вопрос. Который вам нужно себе задать, в первую очередь, вот. Потому что это важно для вас, вот, это важно для
будущего возможного построения ваших отношений с мужчинами. Вот, и как бы такая вот, знаете, нечеткость вашей позиции здесь прослеживается, потому что, да, ну, с одной стороны, если все как вы описываете, да, то ну, вели вы себя как бы в пределах своей позиции, да, то есть эта позиция такая вот даже независима. Вот, но судя по тому, что вы начали переживать, да, у вас не такая уж независимая позиция, вы молодому человеку нуждаетесь. Но опять же, я сильно сомневаюсь в том, что он вам понравился, как, ну, действительно, как личность, потому что вы с ним, скорее всего, общались достаточно мало, общались только по переписке, по сути, вот, и все указывает на то, что вы, ну, возможно, имеете трудности с сближением с мужчинами. Вот, возможно, неуверенность у вас в себе, как, ну, как женщина, да. Вот, потому что вы спрашиваете, сделал ли я там что-то, ну, не то. Вот. Понимаете, какая штука. Как себя вести, опять же. Как себя вести, чтобы что? Чтобы что? Ну, вы можете попробовать молодого человека пригласить куда-нибудь, да, посмотреть на его реакцию. Вот. Ну, понимаете, опять же, все, вот то, что вы описываете, прямо сейчас, никак не похоже на серьезные отношения, понимаете, вот никак не похоже это на серьезные отношения. Это похоже больше, ну, больше на, ну, желание, может быть, мужчины просто как-то провести досуг свой. Вот что, в принципе, он и делает. Вот. А вы просто восприняли это серьезно. Ну, опять же, это вам вопрос. Вот. Почему вы это восприняли вот так серьезно? Так что, я думаю, примерно таким образом можно ответить вам на вопрос. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы сделаете выводы. Вот. Я уже надеюсь, что вы сделаете выводы. Уже надеюсь, что примете решение какое-то, вот, в соответствии с тем, что произошло, вот, либо там подкорректируете свое поведение и будете вести себя, может быть, ну, немножко иначе, да, немножко по-другому, например, вот, либо еще как, еще, что-то сделать. Ну, например, там, обратитесь, допустим, к психологу и поработайте с тем, что, в принципе, вас беспокоит. Вот. Потому что сейчас, я думаю, что вы, в принципе, выстраиваете отношения на не совсем таких вот, ну, не совсем адекватных позициях, скажем так. Вот. То есть место, да, то, что вас связывает, не лучше. И ваша позиция, она противоречит. И реакция именно... Именно реакция на то, как вы отреагировали, что мужчина стал вам писать. Это,
тоже, на мой взгляд, достаточно тревожная, потому что, ну, считается, что это один единственный мужчина у вас, и всё, других нет. Вот, и он, вероятно, знает, он, вероятно, почувствовал, что вы, ну, что он у вас один. Это не лучший расклад для вас, ну, для вашего взаимодействия. Вот, поэтому на все на это нужно обратить внимание. Вам требуется, конечно, помощь, вам нужна помощь, но захотите ли вы ее получить, захотите ли вы, вот, собственно, заниматься этим, да, это, конечно, ну, это большой вопрос, вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.